Здравствуйте, меня зовут Данил Петросов, я учусь на магистратуре, второй курс на философии, и сегодня расскажу такую тему, как чтение философского текста. Мне кажется, что в принципе слово «философское» это можно отсюда убрать, и таким образом эта тема станет универсальной и полезной для всех. Начну с исторического экскурса. Здесь будет интересно рассмотреть две традиции. Первая из них – это традиция богословская. Здесь понятно, что такая важная составляющая любой религии – это некоторый священный текст, с которым нужно работать, который надо читать, и чтение которого может проходить разным образом. И проблема в том, что вот это разночтение, оно может вести за собой к очень серьезным последствиям, в том числе до вот того, что возникает множество различных ересей. И внутри богословия появился такой специальный раздел, который называется экзегетика. Это как раз про толкование, правильное толкование священного писания. Если обратиться вот к примерам интересным, когда ереси сталкивались именно между собой из-за проблемы чтения, то это вот пример арианства и христианства, то есть по вопросу о божественной сущности Иисуса Христа. То есть ариане, они ссылались непосредственно на какие-то фрагменты Евангелия от Иоанна, говоря о том, что вот тут написано буквально, что Иисус не имеет божественной природы. Почему вы говорите обратное? Соответственно, у христиан получалось иначе. Они читали и ссылались на какие-то, может быть, либо на другие фрагменты, либо на те же самые фрагменты, интерпретируя их другим образом. Также мы можем рассмотреть какие-то другие случаи, да? Нам не обязательно по вопросу Христа, по вопросу филиоквы между православием и католичеством, что от кого исходит Святой Дух, это опять-таки вопрос того, как читать Священное Писание. Или споры по Ветхому Завету между христианами и иудеями. Понятно, что это всегда некоторые все-таки выражения проблемы. Ереси сталкиваются прежде всего по каким-то материальным основаниям, но всегда присутствует элемент разночтения. И поэтому экзегетика была очень важна все это время, но в связи с процессами секуляризации со временем вот этот религиозный элемент стал уходить, и новое учение, которое уже осталось внутри философии, это герменевтика. Она немножко расширила толкование проблемы от чтения вообще и интерпретации чтения к пониманию между людьми, например. Не только пониманию текста, но и вот уже разговора, любой коммуникации. Здесь мне бы хотелось рассмотреть две интересных находки, сделанные внутри богословской традиции. Прежде всего, это то, что процесс понимания идет вот по некоторому кругу, он называется кругом герменевтическим. И понимать мы его можем вот таким трояким образом, что движение идет от части к целому и наоборот, то есть от целому к части. Когда мы впервые сталкиваемся с текстом, мы можем открыть его оглавление, посмотреть, какие входят разделы, какие параграфы, главы. И исходя из этих глав, исходя из их сочленения между собой, мы как будто бы чуть-чуть представим, зачем этот текст написан, для чего он, о чем он будет. Но понятно, что не прочитав каждой части, каждого фрагмента, мы текст не поймем. Мы обращаемся к части, и прочитав одну из глав, а потом вторую, например, нам становится лучше понятно целое, потому что мы узнали, там, как части между собой связаны, или вот уже перешли к конкретике, которая раскрывается внутри книги. Соответственно, постоянно есть такое движение от части к целого, целого к части. Другой вариант герменевтического круга, да, первый, интересно, это развивал такой философ или богослов Шлейермахер, второе больше ближе
Дильтею, это оба представители герменевтики. Дильтей говорит о том, что круг — это круг движения от контекста к тексту. То есть есть некоторые исторические условия, в которых текст написан, есть биография автора, и мы изучаем все эти факторы, и, исходя из них, лучше понимаем текст. Но, прочитав текст, мы, соответственно, будем лучше понимать биографию автора и те же самые исторические условия, потому что текст принадлежит этим историческим условиям, он раскрывает, как люди мыслили в эту эпоху, о чем думали. Поэтому движение, оно и обратно имеется, от текста к контексту. Ну и, наконец, третья трактовка круга, она развивалась Гадамером, о том, что мы двигаемся от предпонимания к пониманию. Ну и обратно, опять-таки, тоже. Здесь интересный пример – это, наверное, русские критики, которые изучали русскую классическую литературу, давали прямо по выходу книги сразу какой-то отзыв, сразу какую-то интерпретацию. И эта интерпретация, она включалась, условно, становилась частью культуры, от которой отталкивались следующие поколения, да, например, русских формалистов, которые также занимались литературоведением, и они отталкивались от интерпретации русских критиков. Сегодня мы читаем литературу русскую и отталкиваемся от предпонимания формалистов и русских критиков, они составляют наше предпонимание, и, исходя из него, мы формируем что-то свое, собственное понимание. Для следующих поколений оно тоже будет уже своим предпониманием. Таким образом, Гадамер говорит, мы постепенно приближаемся к познанию текста, к истине некоторых текста. Это утверждение, которое нам не обязательно принимать до конца. Здесь есть разные точки зрения, но то, что это движение имеется, это, наверное, факт все-таки. Следующий важный момент в герменевтике есть. Некоторые слои, согласно герменевтике, есть некоторые слои внутри текста. То есть текст, он вот многослоен, мы можем разными слоями работать, мы можем какие-то слои просто не замечать, не подозревать, что они там находятся, но вот такой, наверное, распространенный пример — это слои басен, которые обязательно имеют буквальное значение какое-то. Да, обычно это что-то вот какой-то сюжет из о животных, что-то они делают, но всегда у басни есть некоторый такой моралистический слой, мораль. Через аллегорию мы узнаем какой-то здесь человеческий сюжет о каких-то человеческих пороках, проблемах. Наконец, может быть и третий слой вполне себе. Здесь вот примером служит басня Крылова «Волк на псарне», когда Крылов пишет о поражении Наполеона. Собственно, как раз Наполеон — это тот самый волк, который вот он думал залезть в овчарню, попал на псарню и пытается договориться с хитрым стариком, под которым он имеет в виду Кутузова. Какие-то другие примеры многослойности мы также можем найти в русской литературе. Это романы Достоевского, которые кажутся, возможно, некоторым школьникам, когда они их читают, что это некоторый детектив, где вот Порфирий Петрович постепенно разгадывает преступления Раскольникова, но, становясь чуть взрослее или работая вот с теми же самыми критиками, мы понимаем, что там есть более глубокий слой, связанный с психологией человека, поднимающий какие-то философские проблемы, и в том числе вот отсылающий там к идеям Ницше. Понятно, что это немножко по-разному развивались, Достоевский и Ницше, но вот тем не менее очень сходно. И здесь мы можем работать с разными слоями. Ну и второй пункт, достаточно интересный, важный. Это то, что слои, они могут текст защищать от проникновения, служить такой своеобразной защитой. Первый пример, который я бы хотел тут привести, это работа Чернышевского «Что делать?», текст, который должен был пройти цензора.
При этом сам Чернышевский, он таких оппозиционных взглядов писатель, которому нужно через свой текст передать некоторое вот революционное содержание, революционный посыл, да, ответ на вопрос, что, собственно, делать разночинцам, интеллигенции и так далее. И он зашифровывает свой посыл вот в эту историю об двух мужчинах и женщине. Она кажется, вот на первый взгляд, они там что-то обустраивают свою жизнь, и только вот на следующем шаге мы обнаруживаем, что на самом деле это все-таки ответ на вопрос, а чем, собственно, надо заниматься, чтобы изменить текущие общественные условия. Ну и другой пример, когда слои служат защитой, это вот изображенный как раз на слайде Георг Вильгельм Фридрих Гегель, который пишет работы «Феноменология духа и наука логики» таким очень особым языком, очень сложным. Это длинные предложения, это такие слова в необычном употреблении, немного путающие нас. Это достаточно сложный вообще категориальный аппарат, который он задействует. И задействует он его с одной целью, с тем, чтобы этот текст не могли, в него не могли просто так войти, взять из него какое-то содержание и переинтерпретировать его, забрать себе. То есть Гегель выстраивает такой защитный слой. Мы можем увидеть другие его работы, например, «Кто мыслит абстрактно», такое небольшое, его небольшое эссе, и заметим, что, в принципе-то, Гегель умеет писать по-другому. Он умеет писать просто и доносить свои мысли явно. Значит, делает он это по каким-то причинам. В принципе, в работе «Кто мыслит абстрактно» он это объясняет. Можете, кому интересно, посмотреть, раскрыть эту тайну. Вторая традиция литературоведческая, которая одним из истоков, одним из начал литературоведения является критика, которая стала возможным с развитием книгопечатания, развитием таких публицистических форматов, журналов, газет, когда возможен такой быстрый отклик сразу по выходу книги, некоторая заметка, эссе об интерпретации, о понимании работы. И очень быстро это, особенно в России, критика переходит на такой теоретический уровень, поднимает какие-то проблемы конструирования текста, жанровые какие-то проблемы. Но я не буду в эту стезю уходить. Нам главное заметить, что на основе литературоведения тоже интересные мысли по поводу чтения текста возникали. Интересные идеи. И что важно, что хочется отметить в этой традиции, так это привлечение средств других дисциплин. Особенно лингвистика, особенно история. Знания оттуда были взяты для того, чтобы работать с текстом, работать с автором, лучше его понимать, возможно, выходить на какие-то скрытые доселе слои как раз текста. И я предлагаю здесь рассмотреть некоторые добавления, которые мы возьмем к себе для вооружения нашего чтения. Это то, что текст содержит в себе разные аспекты, на которых мы можем фокусироваться. Здесь конкретно мы выделяем 4, хотя их может быть больше. Первый вариант — это мы фокусируемся на языке, на том, как автор пишет. Какие он использует средства выразительности, например, и каким образом они работают в тексте, для чего он их использует, что они дают. Второй вариант. Мы фокусируемся не на средствах выразительности, а на некоторых смыслах, которые текстом производятся. Да, мы рассматриваем каждый термин, каждое какое-то сложное, неочевидное слово, как многозначное. Рассматриваем, может быть, берем словарь того века, в котором произведение написано, и смотрим, о чем это может быть. Особенно это характерно, если мы будем заниматься философией античности. Да, очень важно, например, древнегреческий язык, слова очень многозначные. Вот тот же самый термин «логос» известный, он может пониматься и как такой мировой порядок,
и как закон, и как слово. И все будет очень сильно зависеть от контекста. Ну, сочленение с другими словами, как раз об этом, в том числе следующий аспект текста, это структура, то есть синтагматика, как связаны между собой разные единицы внутри текста, разные термины, разные конструкции, что дает нам вот именно связи между ними, что они дают понять. Ну и четвертый аспект, на котором мы можем тоже фокусироваться, он тут обозначен кавычками, это культура, экстралингвистические, экстра значит вне, то есть мы не на язык прежде всего смотрим, а на какие-то другие факторы, связанные, например, с биографией, или, может быть, историей, в которой текст погружен, или мы обращаемся к социологии, в каких социальных отношениях текст появился и так далее. Литературоведческая теория также говорит о том, что могут быть различные подходы к чтению. Здесь они условно обозначены классический и неклассический, потому что ну, такое разделение мне наиболее близко, потому что связано в том числе с переходом от классической философии к неклассической, соответственно, другими отношениями к автору и к читателю. Таким важным текстом здесь будет «Смерть автора» Ролана Барта, который говорит о том, что есть некоторая такая сложившаяся, он это связывает с университетской критикой, потому что в то время господствовали эти подходы классические именно в университете, что мы пытаемся при чтении реконструировать вот этот замысел автора, проникнуть в то, что он задумал, вытащить какие-то идеи, которые автора для нас в тексте оставил. Может быть, мы для этого изучим психологию как раз, изучим биографию автора, и там каждый фрагмент или каждое его произведение, оно отсылает к каким-то периодам его жизни. Это такой классический подход. Барт говорит о том, что, скорее всего, нет, к автору проникнуть не удастся, в его голову заглянуть не получится при чтении, что нам дан вот текст, и через него, возможно, говорит эпоха, через него, возможно, говорит бессознательное автора, но проникнуть вот именно в замыслы не получится, поэтому нам и не стоит пытаться вытащить вот это оригинальное содержание, которого, может, и не существует, а работать с новой интерпретацией, попытаться текст посмотреть с какой-то другой стороны, поместить его в иной контекст, может быть, даже, или нет, или воспроизвести контекст эпохи. То есть тут по-разному можно заходить, это все будет относиться к неклассической традиции и к вот этой идее смерти автора, такой достаточно радикальной, но, тем не менее, имеющий место. Ну и на этом я бы хотел закончить с историческим экскурсом и перейти к каким-то практическим принципам, правилам, подходам. На этом я бы хотел завершить с историческим экскурсом и немножко уже поговорить именно про методы, которые нам возможны, какие-то принципы чтения, с которых мы исходить. И здесь мы рассмотрим вот правила, которые предлагает русский или, можно уже даже сказать, советский философ, он на стыке веков живет. Он предлагает несколько правил для чтения. Я здесь выделил несколько наиболее интересных, наиболее универсальных, как мне показалось, принципов. Первый — это то, что все книги на один лад читать нельзя. Такая достаточно банальная вроде бы мысль, но мы часто ее упускаем, что есть художественный текст, научный, есть текст философский, это отдельное от научного на самом деле, как текст именно. И к ним нужно подходить по-разному, работать с ними необходимо по-разному. Некоторую публицистику мы вообще можем читать методом скорочтения, пробегать глазами, а если мы будем таким образом работать с философским текстом, скорее всего, у нас ничего не останется. Да? То есть, если мы будем говорить... Мы сегодня не будем, наоборот, говорить про скорочтение совершенно, хотя это тоже метод чтения, но относительно темы философского текста он скорее бесполезен, скорее он помешает нам. Второе правило — это то, что чтение
важно, и на него не нужно жалеть времени. То есть мы должны понимать, что форматы, где мы читаем подспудно, занимаясь чем-то еще, может быть, слушаем, они нам не очень-то подходят для такого чтения, особенно философского текста, что, скорее всего, услышанное, оно пройдет мимо нас. Если мы не выделяем на текст времени, то, в принципе, стоит задуматься, стоит ли нам вообще с текстом ознакомливаться, выйдет ли что-то из этого продуктивное. И в контексте этого очень важно третье правило, что читать нужно не только слева направо, как мы привыкли, но и справа налево. Это не значит, что надо переходить к арабскому языку, а о том, что мы должны периодически возвращаться назад. Помните, мы говорили о герменевтическом круге, как раз это отсюда, что мы что-то поняли о целом, а дочитав до конца книгу, мы однозначно составим какое-то впечатление о целом. Мы можем вернуться назад и уже исходя из этого понимания конца, чем закончится, к чему ведет мысль, лучше понять исходную, как ни странно. И это движение рекурсивное, и оно, вот согласно как раз герменевтике, оно бесконечно на самом деле. И следующее правило – читать критику после прочтения книги, то есть мы должны все-таки пытаться как-то самостоятельно работать с текстом, чтобы нам не мешало некоторое предпонимание, которое дается теми же самыми критиками. И, возможно, у нас получится что-то оригинальное. Постфактум, наоборот, было бы здорово ознакомиться с другими точками зрения, рассмотреть, а что говорили они. Они наверняка обратят нас на какие-то точки, которые мы не заметили, которые мы пробежали. В этом плане мы дальше будем говорить про коллективное чтение, но здесь просто про некоторые вот все-таки усилия, которые должны сделать самостоятельно. Понятно, что здесь условно мы только что сказали, что предпонимание оно всегда предшествует, оно всегда имеется. Есть еще, Гадамер говорит, некоторые предрассудки, которые тоже способствуют нашему предпониманию текста или говорящего человека, но здесь все-таки стоит вот развести эти моменты. И пятый пункт – это то, что необходимо читать с проработкой. Да, можно использовать какие-то особые инструменты для того, чтобы лучше понимать содержание. Или, может быть, по-новому понимать содержание. Об этом я как раз хотел бы поговорить на следующих слайдах. Но сначала нужно оговориться, что формы чтения, они тоже разные. Мы можем читать индивидуально, можем читать коллективно. Если мы читаем индивидуально, то здесь, да, нами руководствует вот этот принцип автономности, про который мы говорили в четвертом правиле, что мы работаем самостоятельно, поэтому нужно больше усилий. А вот второй вариант – это коллективное чтение. Чтение, когда мы руководствуемся уже принципом синергии, взаимодействия, дополнительности. Здесь интересно обратиться к идее отчуждения, общественного разделения труда, которое формирует нас определенным образом. Согласно нашей специальности, мы углубляемся во что-то одно, и все остальное для нас становится некоторым слепым пятном. Нам очень сложно выйти вот за рамки своей позиции, посмотреть с другой точки зрения, в силу того, что мы материально находимся на другой точке зрения, на другой позиции общественной. Поэтому нам нужен другой человек. И здесь интересный пример – это советский философ Щедровицкий, который занимался такой практикой, как оргдеятельностные игры на производствах. То есть его приглашали решать какие-то организационные проблемы сложные на предприятиях. Он организовывал обсуждение таким образом, собирал специалистов из разных сфер внутри предприятия, чтобы их точки зрения различные давали какой-то синтез. Да, это звучит вроде как просто, про спор рождает истину, но тем не менее, это достаточно сложный процесс, потому что у каждого свой там, многолетний опыт. Это все-таки взрослые люди, и им достаточно некомфортно из него выходить. Ну и в процессе оргдеятельностных
игр должно было быть какая-то, должна была быть какая-то пересборка предмета, пересборка проблемы, ее перепонимание, которое вот давалось благодаря коллективу. Ну и понятно, что в таком подходе, в таком чтении нам очень важно слышать других, и наши усилия будут направлены на это, потому что иначе зачем мы здесь собрались, если мы читаем, но каждый говорит о своем. Следующее, что бы хотелось обсудить, это такая форма чтения, как медленное чтение. Когда мы намеренно замедляем темп, когда мы двигаемся от слова к слову постепенно. Понятно, что это форма, потому что она может по-разному наполняться. Мы уже говорили о том, что мы можем фокусироваться при этом на разных аспектах, мы можем работать с разными слоями, но еще мы можем использовать, ориентироваться, пытаться строить разные интерпретации. Вот здесь представлены три, к примеру. Это лексикографическая, когда мы пытаемся отталкиваться от смыслов, может быть, как-то радикально менять, потому что вот это слово многозначно, как будто бы оно используется в определенном смысле, благодаря контексту мы же устанавливаем значение слова. И мы намеренно берем, например, и используем другой смысл этого слова, который там есть в словаре, например, к чему мы привыкли. И строим, отталкиваем свою интерпретацию от этого. Второй вариант – это интертекстуальность, когда мы пытаемся рассмотреть этот текст в последовательности других текстов автора или наряду с другими текстами эпохи. И увидеть здесь что-то другое, например, да, развитие автора, как он меняется, как меняется его точка зрения от более раннего к более позднему тексту, или то, что дает нам вот это вот рассмотрение других текстов, как идеи взаимодействуют между собой, как, может быть, тоже передаются между авторами уже. И третий вариант, ассоциативный, когда мы пропускаем текст через себя, через свой личный опыт, с чем у нас связывается прочтение, на что отсылает, и от этого тоже можно строить свое понимание. И я бы добавил, наверное, сюда, что возможно и прочтение, исходя из какой-то теории, например, той же самой психоаналитической теории, когда мы пытаемся вот увидеть, а как бессознательное говорит через автора. Или марксистской теории, когда мы смотрим, как общественные отношения, как общество говорит через текст. Автор этого не обязательно схватывает, может быть, какая-то идеология или что-то еще. Ну и другой вариант – это тоже медленное чтение, но оно направлено на то, что мы, наоборот, не используем никаких отсылок ни к другим текстам, ни к своему опыту, а пытаемся понять исключительно из самого текста его значение. Понятно, что там могут быть некоторые проблемы простые, которые текст легко решает, могут быть сложные. Нам нужно работать именно со сложными проблемами, которые в тексте появляются. И при этом мы используем, это обычно коллективный формат, то есть нам нужен модератор, который будет следить за обсуждением, будет записывать какие-то важные места и контролировать ход разговора, чтобы мы, например, от проблемы не отвлекались. И еще один последний метод – это чтение с интеллектуальными картами. То есть то, что подходит, на мой взгляд, более сложным текстам, где вот форма изложения она немножко мешает пониманию содержания. Да, например, это очень длинные предложения, и то, что было в начале, не вяжется с тем, что было в конце. Просто из-за того, что это очень-очень долго в предложении излагается. Здесь мы исходим из того, что сам текст линеен, как форма некоторая, а вот мышление и процесс его написания, оно нелинейно. И нам нужно к этой нелинейности вернуться. Что мы имеем в виду под линией? Это то, что текст вот там слова движутся друг за другом, они не могут иначе, не может от одного слова идти сразу два. Они как бы вот согласно как раз синтагме двигаются последовательно. И
каким образом мы эту нелинейность можем воспроизвести, используя вот карты. По какому принципу они составляются? Есть топик, из него выходит несколько субтопиков. Условно, топик — это какой-то термин или начало предложения. И субтопики — это мысли, которые в нем разворачиваются. Можно не предложение, можно брать абзацы, можно брать целые тексты и так далее. И в каждом субтопике заложено вот что-то одно. При этом параллельный субтопик — это уже какая-то другая мысль. И мы должны вот эту последовательность, точнее параллельность, сохранять, держаться ее. Как нам понять, как мысли в тексте разбиты, разведены? Ведь мы же говорим, что все-таки автор-то умер, кажется, и до мысли-то нам не добраться. Но тут мысли немножко в другом смысле подразумеваются, что это некоторые идеи, некоторые тезисы внутри текста, и их-то мы вполне можем вытащить, особенно если будем вот использовать, помнить об идее герменевтического круга. В анализе он тоже возможен, что наше первое столкновение с текстом — это столкновение с целостностью, которая непонятно как делится на части. Поэтому первый раз мы дробим текст искусственно. Мы, действуя согласно своей какой-то интуиции, делим его на части. Но в процессе нам становится понятно, что, например, эта часть, она не самостоятельна. Мы неудачно ее разделили. Она как-то вот не позволяет целое реконструировать обратно. Значит, нужно где-то иначе поставить рамки. И вот этот процесс, он также рекурсивен, также постоянно мы разбили целое на части, увидели, что части не очень удачно разбиты, пересобираем и так далее, тому подобное. Собственно, из этого у нас получается карта. Вот здесь конкретно на примере работы «Феноменология духа», это термин «чувственной достоверности», и первый как раз абзац о нем вот разбит на несколько топиков, которые представляют собой отдельные мысли. Ну и, наверное, на этом все. Я бы еще только познакомил вас с списком литературы, которым пользовался для составления этого материала. Это обязательно работы Барта, потому что это достаточно важный автор, как раз литературовед. Это вот такой, скорее уже, художественный роман, да, для того, чтобы проникнуться идеей интерпретации. Это роман Гессе «Игра в бисер». Просто статья Зориной об медленном чтении. Ссылка на Поварнина, о котором мы говорили. Правила аналитического чтения. И, наконец, Шкловский. Это, опять-таки, про искусство интерпретации. Про то, что... Про как раз знаменитый термин «остранение». Я не буду, наверное, раскрывать все карты, рассказывать, в чем он заключается. Будет время, ознакомьтесь сами. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. До новых встреч!